Огромное спасибо, конечно, людям, которые живут в Берлине, за практически полный зал. Здесь зал на 1500 человек, он практически полон. И я искренне, искренне и очень этому рад. Спасибо вам от всех нас. Я позволю себе небольшое вступительное слово, которое я обязательно должен сказать, находясь на этой сцене. В свое время, это было почти 11 лет назад, вот точно так же, как сейчас, мы приехали сюда, у нас был большой тур по Германии, и были впервые на сцене Русского дома. Это было в ноябре 1997 года. Так сложилось, что за этот, в общем-то, не очень большой период человеческой жизни многих из тех людей, которые приезжали с нами тогда сюда, уже нет с нами. Погиб трагически Михаил Круг через 5 лет после того, как он впервые за границей выступал вот на этой сцене. Трагически ушел из жизни Николай Серафимович Рязанов, руководитель ансамбля «Братья Жемчужные». А именно тогда мы впервые с Жемчужными, с Михаилом Кругом и с Васей Пряниковым посетили Русский дом в Берлине. В тот же год, что Николай Рязанов, ушел из жизни наш очень хороший саксофонист и флейтист Виталий Смирнов. Многих людей нет, и, конечно, мы в память об этих людях обязательно должны сказать об этом, выступая здесь, на этой очень гостеприимной германской земле, о том, что они были с нами. Есть пластинка, мы 10 лет, кстати, издавали ее в Германии, сейчас только что переиздали ее на территории России, в Москве, буквально месяц назад. Этот диск здесь есть в фойе, он так и называется «Шансон по-русски в Германии». И вот тот самый первый концерт, который был на этой сцене, остался на этом компакт-диске. Светлая память тем людям, которых нет с нами. Спасибо. Спасибо. Трагически ушел из жизни 10 дней назад мой большой друг Анатолий Семенович Днепров. Он ушел в тот день, когда получал в Генеральном консульстве Федеративной Республики Германии визу для того, чтобы ехать к вам. Это тоже наша потеря, это тоже наша утрата. Этот человек действительно обладал колоссальной мультикультурностью. Последний его альбом назывался «Армения». Человек, который пронес настоящую русскую песню через эмиграцию в далекую Америку, через возвращение, поверив Михаилу Сергеевичу Горбачеву, в Россию. Человек, с которым я работал 14 лет, 10 дней назад уже. Уже 10 дней назад ушел из жизни. И поэтому, конечно, мы помним его и любим. Он должен был стоять на этой сцене. Светлая ему память. Спасибо. Спасибо за эти аплодисменты. Спасибо. Я хочу начать наш фестиваль с тех слов, которые я обязательно должен сказать. Во-первых, этот фестиваль обязательно будет цикловым. Я хочу, чтобы вы все об этом знали. Я хочу, чтобы вы знали также о том, что все наши фестивали, все, что делает сейчас студия «Ночной такси» и «Радио Шансон», все снимается на профессиональное видео и выпускается в России и за рубежом. В этом зале сейчас много камер, все они приехали с нами из России, все вы участники этой съемки, ваша реакция тоже будет фиксироваться. И поэтому мне очень хочется, чтобы вы знали о том, что мы пришли сюда навсегда. Не будет такого перерыва, как между 1997 годом и 2008, мы будем каждую весну, каждый май приезжать к вам, привозить новых артистов и свято блюсти традицию этого фестиваля. Не я придумал это словосочетание, которое находится в качестве слогана в газете «Русская Германия, русский Берлин». Придумал ее, это словосочетание, Борис Фельдман, «Отечество наше, русский язык». И поэтому сегодняшний фестиваль, сегодняшний концерт и построен именно по такому принципу. Половина артистов приехали со мной из разных городов России, а половина артистов приехали из разных городов Германии. Но все петь будут на русском языке здесь, в прекрасном Российском центре науки и культуры в Берлине. Перед началом нашего фестиваля я с удовольствием приглашу на сцену замечательного человека Михаила Михайловича Владимира, руководителя Российского центра науки и культуры в Берлине. Под ваши аплодисменты. Михаил Михайлович. Я хочу сказать два слова о системе «Росзарубежцентр», с которой мы сотрудничаем. Мы специально избрали именно Российский центр науки и культуры в Берлине для этого большого мероприятия. Совсем недавно, полгода назад, мы работали вот такой же большой командой, тоже снимали в Российском центре науки и культуры в Париже. Мы заключили договор с «Росзарубежцентром» в Москве таким образом, что каждые полгода артисты, которые поют шансон по-русски, приезжают в эти два замечательные центра. Очень благодарны Михаилу Михайловичу за теплый прием. Мы были здесь зимой, когда начинали все это готовить. И я очень-очень благодарен за профессионализм, за доброту, за то, что настоящую русскую песню приняли здесь, в Берлине, в этом зале, который я считаю для русских лучшим залом этого замечательного города. Михаил Михайлович, ваше приветственное слово. Спасибо большое, буду краток. Я понимаю, что вы пришли слушать сюда не меня, но хочу тоже сказать некий слоган. Наш дом – это ваш дом.
это ваш дом. Мы всегда здесь ждем. И люблю вас на слове. Надеюсь, еще раз 11 лет не пройдет до того момента, как мы выйдем на эту сцену и скажем: вечер начинается. Я приглашу сейчас, ну, я, естественно, буду по традиции, которой, я надеюсь, вы привыкнете в течение этого концерта, буду рассказывать, конечно, о каждом, поскольку я дружен с каждым из музыкантов, которых я приглашаю на эту сцену, и поэтому маленькая история о каждом из этих людей, естественно, будет для вас на этой сцене, так же, как и их пение. Я приглашаю на эту сцену музыкантов студии «Ночной такси». Виктор Николаевич Смирнов, ваши аплодисменты, великолепный аранжировщик. Более 70 альбомов шансона по-русски. Все альбомы Александра Розенбаума за десятилетие, его талантом, его руками. Альбомы Михаила Круга, Сергея Трофимова, «Братьев Жемчужных» и многих-многих других людей. И замечательный наш гитарист Андрей Егоров. Эти музыканты сегодня будут аккомпанировать всем участникам, но начнем мы, естественно, с Андрея Егорова. Я специально пригласил его на сцену для того, чтобы он открывал наш концерт. Первые композиции прозвучат от него. Великолепный музыкант, музыкант от Бога, что называется, очень известен в Питере в качестве гитариста-аккомпаниатора. Начал сольную карьеру, в общем, при нашем участии. Второй альбом писался у нас. Его песни очень любят на радио «Шансон». Я убежден, что эти песни также точно полюбят и на территории Германии. Поэтому Андрей Егоров при участии Виктора Смирнова открывает сегодняшний фестиваль «Шансон по-русски в Германии». Питерские крыши домов. Питерские крыши домов, узнаю вас сразу в любом кино. Питерские крыши домов, не был дома я уже так давно. Питерские крыши домов, аристократичный ваш строгий вид. Питерские крыши домов, арки, соборы, мостов, изгиб. Питер размудит свои мосты, на рукопожатие бывает скуп. Питер не любит с собой на ты, пусть он и старый друг. Питер встречает меня дождем, он с опозданием всегда горит. Как я люблю возвращаться в дом в час, когда город спит. Питерские крыши домов, вас излазил я и не сотню раз. Питерские крыши домов, снились я желал крышам в добрый час. Питерские крыши домов, ничего красивее в мире нет. Питерские крыши домов, столько лет люблю я вас, столько лет. Питер разбудит свои мосты, на рукопожатие бывает скуп. Питер не любит с собой на ты, пусть он и старый друг. Питер встречает меня дождем, он с опозданием всегда горит. Как я люблю возвращаться в дом в час, когда город спит. Разводит свои мосты, на рукопожатие бывает скуп. Питер не любит с собой на ты, пусть он и старый друг. Питер встречает меня дождем, он с опозданием всегда горит. Как я люблю возвращаться в дом в час, когда город спит. В час, когда город спит. В час, когда город спит.
родной смотрит в сторону, смотрит в сторону, не узнать. Руки тонкие, пальцы собраны, взор стремительный, не догнать. Никого родней в жизни не было, столько лет шагал я по тьмах. Пожалей меня, душу бедную, отлюблю за все я сполна. При любви своей дала волюшку и сбежала так под шумок. Без ошейника, чисто полюшка, не сыскать самой видит Бог. На мое плечо обопрись рукой, погоню в галоп я коня. И беглянку ту воротим домой, отогрев теплом у огня. Прости за то, что я люблю, прости за то, что мы в разлуке, прости, но больше не могу. Мне нужен голос твой и руки для тебя одной. Средь высоких трав застелю постель, отдохни, погашу зарю, опущу туман, помолчат пока соловьи. Отпечалится, успокоится, заживет душа, отболит. Ангелы с небес за нас молятся, из груди моей рвется крик. Прости за то, что я люблю, прости за то, что мы в разлуке, прости, но больше не могу. Мне нужен голос твой и руки. Прости за то, что я люблю, прости за то, что мы в разлуке, прости, но больше не могу. Мне нужен голос твой и руки, прости, но больше не могу. Мне нужен голос твой и руки. Сейчас я приглашу на эту сцену замечательную молодую женщину. Я обещал рассказывать же о каждом из наших гостей. Нас познакомил очень хороший автор, мой друг Вадим Кузема, который тоже сегодня обязательно будет выступать на этой сцене. Ваш земляк, берлинец. Это было 2 года назад, в очередной мой приезд в гости на радио «Русский Берлин» для очередного выступления в эфире. Мне позвонила молодая женщина. Сказала, что телефон мой дал Вадим Кузема, и она приедет обязательно ко мне в гостиницу, где я обычно останавливаюсь, в Вальстерхоф здесь у вас, и привезет свои
записи. Я к этому отнесусь очень спокойно, потому что много людей обращаются, как правило, записи любительские. И какие-то из них, конечно, мы с огромным удовольствием берем на радио. И делали это всегда, и делать будем. Но то, что приехала молодая женщина, во-первых, оказавшаяся автором этих песен, что вообще очень удивительно, женщина-автор в шансоне – это большая редкость. Во-вторых, это был профессиональный альбом, который был, на мой взгляд, очень неплохо записан и неплохо сведен. Более того, как выяснилось, все это делали люди, которых я знаю. Кстати, вот сейчас в этом зале находится, либо за кулисами, очень хороший музыкант, который здесь живет у вас. Он переехал сюда из Кайзерслаутерна несколько лет назад. Зовут его Максим Дергунов. Студия называется «Максибит». Когда-то меня познакомил с ним Вась Пряников, и первые Васины альбомы были сделаны этим человеком. И вот когда появилась Юлия Ласкина с этим диском, она сказала, что все это по совету Вадима Кузема сводилось уже здесь, в Берлине, сводилось в студии Максима Дергунова. Мне настолько понравилась эта запись, что я успел даже поставить ее в эфир радио «Русский Берлин» здесь у вас на 97,2 FM, когда у меня был эфирный день тогда, два года назад, в 2006 году. Мы подружились, она привозила мне новые песни, когда я приезжал сюда. Материал нам настолько понравился, что совсем недавно, ровно месяц назад, мы, сделав определенную цифровую обработку этой фонограммы, мы сделали ремастеринг уже у нас в студии «Ночное такси», издали все это, и теперь первый альбом Юлии Ласкиной, который носит название «Еще не вечер», находится во всех хороших музыкальных магазинах России уже ровно месяц. И вот сегодня, по моей просьбе, Юлия приехала сюда из Кёльна, где она проживает, и будет петь вам вживую на этой сцене. И вчера ночью, когда мы пришли сюда с парома, я торжественно вручил ей первые ее 100 московских пластинок. Замечательная певица, женщина-автор Юлия Ласкина, город Кёльн. Юлечка. Добрый вечер, дорогие друзья. Я немного волнуюсь. Вы знаете, в жизни бывают такие светлые полосы, когда хочется сказать «стоп», «остановись мгновение». И мне кажется, сегодня как раз-таки такой вечер. Я не знаю, это просто чудо. Первый фестиваль русского шансона в Берлине. Я хотела сказать спасибо огромное Александру Фрумину, студии «Ночное такси», музыкантам, ребятам, которые помогли настроить свет, отстроили звук. И, конечно, поблагодарить вас, наши дорогие слушатели, зрители, и пожелать вам незабываемого вечера. Пусть этой ночью я одна, и мне не спится. Любовь большая растворилась, как туман, а домом стала мне чужая заграница. Воспоминания приходят по ночам. За окошком заграница, я родных забыла лица. Тель-Авив, Берлин и Ницца, и загадочный Бродвей. Между судьбами граница, что же нам дома не сидится? В небе сказкою жар птица, улетаем вслед за ней. День промелькнет, и снова город одевает дома и улицы в неоновый наряд. А у меня в душе гармошечка играет. Картинки прошлого мне душу бередят. За окошком, за граница, я родных забыла лица. Тель-Авив, Берлин и Ницца, и загадочный Бродвей. Между судьбами граница, что же нам дома не сидится? В небе сказкою жар птица, улетаем вслед за ней.
Заморосит холодный дождик утром рано, опять закружат неотложные дела. Никто не видел здесь жар-птицу, как ни странно, а я синицу, как ни жаль, не сберегла. За окошком, за границей я родных забыла лица, Тель-Авив, Берлин и Ницца и загадочный Бродвей. Между судьбами граница, что ж нам дома не сидится? В небе сказкою жар-птица, улетаем вслед за ней. Между судьбами граница, что ж нам дома не сидится? В небе сказкою жар-птица, улетаем вслед за ней. Спасибо большое. Спасибо. Уезжаю за кордон, прощай, родня, но увидимся мы снова, верю я. Не глядите, душу раня, такими грустными глазами. Вы ж не в ссылку отправляете меня. Так выпьем понемногу за дальнюю дорогу, за дальнюю дорогу, попутный ветерок. Но время подгоняет, такси уже скучает. Давай-ка по последней с тобой на пассажок. Не люблю прощаний долгих, поскорей слезу смахни. Мама, берегите папу, нам такого не найти. За меня не беспокойтесь, скоро я приеду в гости. Пожелайте просто доброго пути. Так выпьем понемногу за дальнюю дорогу, за дальнюю дорогу, попутный ветерок. Но время подгоняет, такси уже скучает. Давай-ка по последней с тобой на пассажок. Будет долго сниться мне наш старый дом, будет сниться куст рябины под окном. Мне приснятся те ребята, с кем дружила я когда-то. Я за них молиться буду перед сном. Так выпьем понемногу за дальнюю дорогу, за дальнюю дорогу, попутный ветерок. Но время подгоняет, такси уже скучает. Давай-ка по последней с тобой на пассажок. Выпьем понемногу за дальнюю дорогу, за дальнюю дорогу, попутный ветерок. Но время подгоняет, такси уже скучает. Давай-ка по последней с тобой на пассажок. Давай-ка по последней с тобой на пассажок. Спасибо.
Я спою еще одну песню для вас. Говорить много не буду. Эту песню я посвятила своему любимому папе. Исполняется впервые. Ударил свет отца любимый силуэт. На шею брошусь, обниму, слезинку глупую смахну. Время уносит молодость твою, папа, тебя еще сильнее люблю. Время не тормозит на виражах, теперь коней не удержать. Как много я хочу сказать тебе, мой папа. Я помню твой горячий пыл, я помню, как ты волю пила. Ты в компромиссы не играла, полутонов не признавал. Время уносит молодость твою, папа, тебя еще сильнее люблю. Время не тормозит на виражах, теперь коней не удержать. Как много я хочу сказать тебе, мой папа. Знакомый запах сигарет и глаз мудрее в мире нет. Меж пальцев времени песок, закрыто детство на замок. Время уносит молодость твою, папа, тебя еще сильнее люблю. Время не тормозит на виражах, теперь коней не удержать. Как много я хочу сказать. Молодость твою, папа, тебя еще сильнее люблю. Время не тормозит на виражах, теперь коней не удержать. Как много я хочу сказать тебе, мой папа. Любимый мой если шрамы заболят и капли в окна постучат, примчусь, и мы с тобой вдвоем осенний ливень переждем. Спасибо. Спасибо. Юлия Ласкина, город Кёльн, ранее Краснодар. Очень приятно. Могу сказать, дорогие друзья, что не только мы высоко оценили и вы сейчас ее творчество. В свое время Иосиф Давыдович Кобзон на конкурсе, который происходил в Краснодаре, присудил ей самую первую премию. Спасибо, Юлия Ласкина. И первый ее альбом только что издан нами в Москве. Спасибо. Первый такой большой цикловой концерт, он организован для вас в студии «Ночное такси» при деятельном участии Российского центра науки и культуры в Берлине, Росзарубеж центра МИД России, и также при участии наших огромных, больших друзей, которые позволили вот так вот в таком огромном количестве здесь сегодня собраться. Это, конечно, компания «Русмедиа». Я с огромным удовольствием говорю слова благодарности для руководителя компании Дмитрия Фельдмана. Говорю также огромные слова благодарности его брату Борису Фельдману, который должен быть в зале, и, может быть, даже еще выйдет со мной на эту сцену, если успеет. Мы тут долго петь сегодня будем, поскольку именно этот издательский дом помог нам сегодня собраться здесь. Это наши давние партнеры, и программа «Ночное такси» идет в эфире. Спасибо огромное вам, спасибо. Вот я ожидал этих аплодисментов. Вот, я узнал в лицо, это Боря. Вот за, как сказал мне Дима вчера из Москвы, это вы, Борис, тот человек, который придумал мой любимый слоган.
бесподобно. Я очень рад вас видеть. Вы очень похожи на брата. Правда? Спасибо. Хочу сказать слова привета всем, кто пришел на этот чудесный фестиваль. Я очень рад, что мы имели какое-то небольшое отношение. Но вы ведь понимаете, творчество дано Богом, а все остальное, то, что сделают люди, вот мы делаем вместе. Надеюсь, часы, которые нам предстоит здесь провести, запомнятся нам и будут для нас светлыми часами. Борис, спасибо огромное. Я очень рад, что через 9 лет дружбы с Димой я наконец-то увидел вас. И хотя Дима высокий и худой еврейский человек, но лицом, а главное душой, вы абсолютно похожи. Аплодисменты компании «Русмедиа» и Борису Фельдману. Я с большим удовольствием приглашу на сцену автора-исполнителя, с которым дружен, кстати, уже почти 5-летку. Меня познакомил с ним абсолютно неустанный человек в хорошей музыке русской, Вася Пряников, который тоже сегодня, конечно, появится на этой сцене. Я познакомился с Александром Боссом именно тогда, когда были записаны уже первые 2 его альбома. Мне передал их Вася, я как раз встречался с ним здесь, в Германии, он передал мне эти пластинки, сказал, что это обязательно должно понравиться, и сказал, что этот человек обязательно будет петь дальше. Затем, в следующий свой приезд, приезжаю я сюда примерно 2-3 раза в год, вот уже десятилетие, я встретился с Александром Боссом, встретился в маленьком городке Ханау на юге Германии. Мы подружились, он стал приезжать ко мне в Москву. Они приезжали вместе с Васей, кстати, на наш фестиваль, посвященный памяти Аркадия Северного, совсем недавно, это было год назад, в апреле. И вот сейчас для этого нашего первого циклового концерта здесь, в Берлине, конечно же, я пригласил Александра Босса. С огромным удовольствием встречайте этого бодрого человека. Александр Босс! Спасибо дяде скажем, дорогой наш Гельмут Кольт, вице-канцлер, вице-главный, вице-той, что-то герой. С дядей Мишей Горбачевым смог такое натворить, развалить СССР, Фатерланд объединить. Да что там точно, всю Европу он решил объединить и одной крутой валюте евространы подчинить. Ведь название простое — евро, вот и все дела. И куды ж ему политика сегодня привела? Жизнь настала веселей, да жизнь настала краше. Получает половину, хотя так же пашет. Опа, опа, свободная Европа. Снова денежкою мы отказались жопу. Сколько фир пошли по миру, да с протянутой рукой. Позакрылись, разорились, право слова, боже мой. Сколько в зад битка подали и сказали арбайслот. Кто же выиграл от евро, мне ответьте на вопрос. Жизнь настала веселей, да жизнь настала краше. Получаем половину, хотя так же пашем. Опа, 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 свободная Европа. Снова денежкою мы оказались жопы. Чего их политика нас довела? Жизнь настала веселей, да жизнь настала краше. Получаем половину, хотя так же пашем. Опа, 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 свободная Европа. Снова денежкою мы оказались жоп. Жизнь настала веселей, да жизнь настала краше. Получаем половину, хотя так же пашем. Опа, 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 свободная Европа. Снова денежкою мы оказались жоп. Спасибо большое. Третий автобан. Третий автобан. Жить за границей — это братец навсегда.
через пару лет. Москва, Берлин, Париж, Нью-Йорк, все из России ждем мы писем. Эх, туда б хоть на денек, а здесь тоска. Но здесь я сыт и пьян, домой во Франкфурт, третий автобан. Москва, Берлин, Париж, Нью-Йорк, все из России ждем мы писем. Эх, туда б хоть на денек, а здесь тоска. Но здесь я сыт и пьян, домой во Франкфурт, третий автобан. Мои прошлые года стирает мои беды и тревоги. Но чтобы не настигла меня в пути беда, я вспомню все еще раз на пороге. Куда еще идти? Уже я столько исходил. Да ладно, куда выведет кривая? Да что-то я устал, и больше нету моих сил. А у дорог начала нет и края. Вспомни белый снег и веселые глаза. Вспомню волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Вспомни белый снег и веселые глаза. Вспомню волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Я вспомню те ошибки и взвешу те года, что пролетели праздником беспечным. Все утекло куда-то, как под камешки вода. И чаще думать мне теперь о вечном. Не знаю, но, наверное, я очень погрустнел. А может, повзрослел, но слишком поздно. Ведь прожилось полжизни и не сделал столько дел. Все навось, да как-то несерьезно. Вспомни белый снег и веселые глаза. Вспомню волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Вспомни белый снег и веселые глаза. Вспомню волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Вспомню белый снег и веселые глаза. Вспомню волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Вспомни белый снег и веселые глаза. Вспомни волю вольную и что забыть нельзя. Что сказала мама, отправляя в дальний путь. Вспомни все, ведь это не вернуть. Вспомни все, ведь это не вернуть.
Сейчас я приглашу на эту сцену человека, который приехал из самого далекого для Российской Федерации эксклава, как это сейчас называется, который приехал из Кёнигсберга, который в честь великого всесоюзного старосты товарища Калинина по-прежнему называется Калининградом. В этом замечательном городе, в городе, в котором сейчас чтят, конечно, и немецкую культуру, и могила Канта, кстати, находится, но городе, который все равно является по-настоящему русским городом, живет замечательный молодой парень. Зовут его Юрий Белоусов. Юра не просто сам очень хорошо сочиняет песни, не просто сам их очень хорошо поет. Он, я считаю, является настоящим подвижником шансона по-русски. Этот стиль музыки нелегко пробивается в России. Конечно, в России давно уже ничего не запрещают, но дело все в том, что эта музыка, по сути своей, некоммерческая. Эта музыка не рассчитана для ног, эта музыка не рассчитана для такого фонового восприятия. Поэтому, когда люди начинают заниматься этой музыкой, они отдают себе отчет в том, что они занимаются этим, что называется, за совесть, а не за деньги. И вот именно к таким людям относится замечательный Юра Белоусов. Спортсмен прекрасный, большой специалист и тренер, кстати, в единоборствах восточных. Он создал фестиваль, который называется «Хорошая песня». И в этом году я тоже обязательно поеду туда, на Калининградскую землю гостеприимную, в качестве члена жюри. Многие музыканты приезжали туда тоже, и думаю, что многие еще приедут. Это настоящий, такой вот истинно человеческий, некоммерческий фестиваль, куда приезжают, кстати, артисты и проживающие здесь, в Германии, поющие по-русски тоже. Поэтому для вас поющий продюсер Юрий Белоусов, город Калининград, Российская Федерация. Ну, сначала споем, а потом немножко поговорим, да? Птица синяя, добрая моя, улетела прочь в дальние края, там, где море плеск убаюкал ночь. В глубине души рыться не спеши, аль не черед уже стаями на юг улетают друг, да не стреляться же. Не злорадствуйте, заморавшие вы мою судьбу. Рано ратовать я спрошу свое, коли не в гробу. А коли хочется заворочиться, и там моя душа. Вот только где она, птица синяя, уж больно хороша. Птицы синие обессилели, что ли, в родном краю. Края теплые, да что ж я проклятый, об одном молю. Ах, мольба моя, да не последняя, и прощает Бог. Кому можно все, кому сходит все, кому пуля в бок. Птица синяя, добрая моя, возвращайся в дом. Может, порешу, песню напишу, запоем вдвоем. А не прибудет срок, допишу листок, забурлит рекой. Вольная моя, жизнь бестолковая, да и сам такой. В глубине души рыться не спеши, аль не черед уже стаями на юг улетают друг, да не стреляться же. Спасибо. Ну, следующую песню я привез как подарок для этого фестиваля. Только-только написал, в общем-то даже не репетировал, буду исполнять ее впервые. Поэтому, если вы запаслись помидорами, прошу меня не бросать. Вот, ну, как получится. И там, в общем-то, знакомые для всех
и немцев, и русских немцев, и просто русских. Слова вы подпевайте, пожалуйста, если сможете. То не век 13-й, и не 45-й год, не рыцари тевтонские, и не Третий рейх. Я с советским паспортом, словарем и картою, в трусах зашиты фантики, дойче марки. Комсурюха, не пенёцы! Весели, ребятки! Будет все в порядке! Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину ша. Битаусвайс, помашу я родине цветною тевтейкой. Я не немец вроде бы и не сын Юрейки. Пять железных марок за дёнер в переулке, в Крыму жмут татары, а в дождь... Веселье, ребятки, будет все в порядке. Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину. Жигуляк, водичка, в БМВ тосол. Достаю наличку из цветных трусов. Троечка двухдверная, цвет металли грин. Слю еще, наверное, и устал Игбин. Игбин больной! Веселье, ребятки, будет все в порядке. Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину ша. Я на небе, в общем-то, престижное авто с бумажкой таможенной и с пучком понтов. В дом не падает, дома баба ждет. БМВ престижное не входит в поворот. Я ощупал ноженьки, жив и даже цел. Ой, спасибо, боженька, ты ведь еще не спел песенку последнюю пред дорогой в рай. А домой так хочется левой айцвайдрай. Айцвайдрай! Веселье, ребятки, но будет все в порядке. Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину ша. Вместе! Веселее, ребятки! Ай, свай, драй, пир! Будет все в порядке! Ай, свай, драй, пир! Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину ша. Грусть свою зажав в кулак, пальцы щелкнули до боли. За кормою пенный стяг мой корабль уходит в море. И прощаясь с той страной, где клятву дал царю и Богу, за кормой мой вороной, за мной в последнюю дорогу. Не доплыл мой вороной, силы вон ушли. Море черное волной, лучше пристрели. Русский штабс-капитан перекрестится. Судьба порубленная в хлам, в рюмке вместится. Ай да наливай, наливай, у земля им пухом пух.
будет, ай да хорошо вспоминай. Да за грехи Господь осудит, ай да на чужбине тоска. А в родном дому лишь бесы дует, ай да наливай и наливай, ай. И вот Одесса за бортом, привет, Стамбул, столица мира. И мы помянем лишь потом ту, что любила, но забыла, ту, что однажды жизнь дала, ту, что мальчишкой приласкала, ту, что на битву позвала и попрощалась у причала. И во сне он закричал: шашки наголо. Он покинул свой причал. Было б не было, русский штабс-капитан перекрестится, судьба порубленная в глам в рюмке уместится. Ай да наливай, наливай, пусть земля им пухом будет. Ай да хорошо вспоминай, да за грехи Господь осудит. Ай да на чужбине тоска, а в родном дому лишь бес лютует. Ай да наливай, наливай, ай. Грусть свою в кулак зажал, вместе с крестником червленым. А в Софии образа лик является Христовым. Знать и там услышит Бог, наплевать, что мусульманский. Лучше я бы в поле сдох, ухнул шашкою казацкой. И во сне он закричал: шашки наголо. Ордена свои продал, как и не было, русский штабс-капитан перекрестится, судьба порубленная в хлам. Улю месяца. Ай ты, Господи, помилуй и прости ты дурака. Ну не смог он без России, без России, ну никак. Ай да наливай, наливай, пусть земля им пухом будет. Ай да хорошо вспоминай, да за грехи Господь осудит. Ай да на чужбине тоска, а в родном дому лишь бес лютует. Ай да наливай, наливай, ай. Ай да наливай, наливай, ёбаньки. Ай да хорошо вспоминай. Ай да на чужбине тоска. Ай да наливай, наливай, ай. Ай да наливай, наливай, ай. Спасибо большое. Спасибо. Низкий вам поклон. Сейчас я должен сделать очень торжественное вступление, поскольку я очень рад, что этот прекрасный человек приехал со мной сюда. В свое время, когда только-только начиналась магнитофонная культура в России, многие из вас, кстати, наверняка еще в это время были в России, это было 2 десятилетия назад, появились кооперативы звукозаписи, в которых появилась неожиданно та музыка, которая ранее была практически запрещенной. И вот тогда появился замечательный альбом, который носил название «Оловянная душа». Никому неизвестный тогда еще Владимир Асмолов сказал о том перед записью, что это компьютерный альбом. И все это миллионными тиражами разошлось по всей огромной территории тогда еще Советского Союза. Я уже тогда занимался музыкой. Студия «Ночное такси», скажем вам по секрету, была образована мною в 1985 году. На дворе стоял уже 88-й, когда мы познакомились с Владимиром Павловичем. И я с большим нетерпением ожидал его появления в Питере. Он приехал, действительно. Залы были, конечно, супер полные. Он выступал и на стадионе, он выступал и в больших дворцах культуры, собирал тысячи людей, которые наконец-то увидели его материализовавшегося после тех магнитофонных пленок. Я совсем молодой парень тогда еще был, пришел к нему на сцену после концерта, принес ему на подпись одну из кассет, и как-то сразу
так вот неожиданно мы с ним подружились. Он поверил, что я действительно искренне занимаюсь этой музыкой и всегда чем могу, тем помогу ему. Прошло уже 20 лет нашей дружбы, огромное количество концертов Владимира Асмолова, альбом, который сейчас записывается в студии у меня в Петербурге, практически заканчивается его запись, одна из песен будет для вас сейчас исполнена. Два великолепных видеодиска, которые сделали мы, и его приезд сюда, в Берлин. С огромным удовольствием и с немалым трепетом я приглашаю на эту сцену замечательного ветерана шансона по-русски, человека, который действительно великолепно владеет словом, человека, который всегда называет себя никак иначе, как поющий поэт, филолога, кстати, по образованию, Владимира Асмолова. Встречайте! Владимир Асмолов в Берлине! Вот и осень, и дождь в окно стучится, вот и осень, и улетают птицы. Вот оторвался от земли последний журавлиный клин, словно корабль, стартующий с земли. Мне снился сон, короткий сон длиною в жизнь. Земля в цветах, земля в огнях, земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Осень жизни, она всегда внезапна. Осень жизни, так много дел на завтра. И все ж приходит день такой, когда, пройдя свой путь землей, уходим мы по Млечному пути. Мне снился сон, короткий сон длиною в жизнь. Земля в цветах, земля в огнях, земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Вот и осень, и дождь в окно стучится. Вот и осень, и улетают птицы. Вот и осень, и дождь в окно стучится. Вот и осень, и улетают птицы. Прости, но на этом долгом жизненном пути, что пришлось мне без любви твоей пройти, я так по ней истосковался на земле за много дней, за много лет. И теперь, когда твоя любовь мою открыла дверь, я радость выразить словами не смогу, как глупый пес, что кувыркается в снегу. Прости за то, что я молчу с тобою рядом, и что на письма отвечаю не всегда. Твоей любви, купаясь безоглядно, хочу вернуть ушедшие года. Прости за то, что долго ждешь порой ответа, что не звучит звонок в томительной ночи.
Но так устроено уж сердце у поэта. Когда он счастлив, оно молчит. Прости, что не был рядом и моменты пропустил. Когда родился и когда пошел малыш, я знаю, ты меня за все простишь. Прости за то, что я молчу с тобою рядом, и что на письма отвечаю не всегда. Твоей любви купаясь безоглядно, хочу вернуть ушедшие года. Прости за то, что для печали есть причины, что не звучит звонок в томительной ночи. Но так устроено уж сердце у мужчины. Когда он счастлив, оно молчит. Но так устроено уж сердце у мужчины. Когда он счастлив, оно молчит. Спасибо. Так получилось, что в Германии у меня растет дочка, ей сейчас 2 года. И я посвятил ей песню. Называется она «Рядом быть хочу». Глазах твоих,
что ж, дорогие друзья, продолжается наш концерт, и я сейчас с большим удовольствием приглашу на сцену человека, о котором я тоже обязательно должен рассказать. Вообще, я знаю, что есть вот такая категория людей, которые зовутся русофилами. Это очень хорошо, главное, чтобы не русофобами, конечно. И очень приятно, что люди, которые действительно любят русский язык, любят Россию, хорошо относятся к нашей стране, принадлежат к самым разным национальностям. Так случилось, что, в общем, не так давно, позапрошлый мой приезд к вам сюда, в Берлин, это было, соответственно, год назад почти, позвонил мне человек, который когда-то слушал мою программу «Ночное такси» в России и переехал потом жить в город Эрфурт и работает там в общественной организации «Ферайне», которая занимается как раз дружбой между Россией и Германией. Этот человек не терял меня из виду, мне было очень приятно, что не терял, потому что он уже довольно давно сюда к вам уехал, и сказал мне о том, что он узнал, что мы будем делать вот такой фестиваль. Мы же долго готовились к этой встрече. Он узнал об этом из интернета и предложил мне очень интересного исполнителя, настоящего коренного германца, человека, который очень любит русскую песню, знает русскую культуру, переводит, более того, стихи наших бардов Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, на немецкий язык и поет. И причем у него это здорово получается, поэтому с гитарой. Я очень заинтересовался этим нежданным для меня событием. Ребята из Эрфурта прислали мне записи в Россию, они мне очень понравились. И поэтому я сегодня впервые пригласил Герда Крамбера для участия в этом фестивале. Он сейчас с гитарой появится на этой сцене. Человек прекрасно говорящий по-русски, коренной германец, человек, который знает и германскую, и российскую культуру, и при этом прекрасно поет на русском и немецком языке. Большое спасибо, Саша Фрумин. Добрый вечер, дорогие русские друзья, может быть, и немецкие появились здесь, в русском доме. Я очень рад, что меня пригласили вот на этот вечер. Это первый мой фестиваль, русский фестиваль, русско-немецкий. Я не хочу повторять те слова, которые уже сказаны. Но я, конечно, немножко волнуюсь. Я уже несколько лет, более 20 лет переведу русских бардов на немецкий. Но мне сказали: Герд, сегодня ты должен петь твои песни. И я лично подготовил песни, которые я тоже писал на немецком языке, и их переводил для вас на русский. Там за горизонтом горят твои глаза, как маяк далекий, зовут они меня. Сквозь пургу и ветер дальние моря я вернусь, не бойся, ты милая моя. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Ты давно мечтаешь, что любовь придет, иногда судьба ведь все перевернет, свяжет воедино наши голоса и наполнит ветром свежим паруса. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Вознесемся вместе на звезду любви, бросимся в пучину сказочной ночи. Сквозь пургу и ветер дальние моря я вернусь, не бойся, любимая моя. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Я вернусь, все пройдет, и тревога, и тоска. Я вернусь, если ждешь, ведь любовь же навсегда. Я сейчас спою песенку немножко романтичную. Русский перевод этой песни писал один друг из Эрфурта, поэт из Санкт-Петербурга Игорь Шерман.
Я переведу его стихи на немецкий язык, а он иногда поможет мне перевести мои песни на русский. Называется песня «След», и мне кажется, я эту песню сегодня посвящаю тому человеку, который, к сожалению, сегодня не здесь, потому что он умер, Анатолий Днепров. Я ему посвящу эту песню, поскольку она по эмоции подойдет, как мне кажется, ассоциация была у меня такая. Называется песня «След». Все так непросто, прожито столько, сердцу так больно при слове «прощай». Все склева ворон, слезы и споры, злые укоры, только ты знай. Когда уйду, останется мой след прожитых лет, побед и бед. Гастроль последняя, возврата нет. И мой портрет, сняв со стены, разбей мне вслед. Wenn wir uns trennen, solltest du wissen, ich werd dich vermissen, trotz Tränen und Streit. Gemeinsame Jahre sind schwer zu verdrängen, auch wenn wir an uns hängen, es ist an der Zeit. Ich geh und hinterlasse eine Spur aus Leben, das uns zwei verband. Ich geh diesmal für alle Zeit auf Tour, komm, nimm ein Bild. Komm, nimm ein Bild, komm, nimm ein Bild schon von der Wand. Годы как воды, любовь и свобода вместе не ходят на смену весне. Осень приходит, чувства уходят, драйв по свободе и зыбкой волне. Когда уйду, останется мой след прожитых лет, побед и бед. Гастроль последняя, возврата нет. И мой портрет, сняв со стены, разбей мне след. Каждая песня маленькая история. Следующая песня я писал 3 года тому назад. Это было перед выборами в Германии. Вы знаете, у нас там женский бундесканцлер Ангела Меркель. И я писал в то время шуточную песню, сатирическую, с немецким текстом. И даже мы это по радио играли несколько раз. У нас там в Тюрингии, конечно, только не в Берлине. Я не знаю почему, наверное, текст был такой. Ну ничего. И потом мои русские друзья, которые сегодня тоже приехали со мной сюда, в Берлин, очень благодарю, они меня немножко поддерживают. И они сказали: «Герт, музыка такая оригинальная, немножко русская даже, ты должен писать новый текст». И вот я вам сейчас представляю новый текст, и не только новый текст. Я знаю, что сегодня как-то русские везде, новые русские везде. Поэтому здесь, в Берлине, это тоже очевидно. Спасибо за внимание. Текст называется и песня «Новые русские идут». И куда я не приеду, русские давно уж там путешествуют по свету, выпивают по 100 грамм, завоюют всю Европу ловким бизнесом своим. Ну, вориши русских гопа, для которых деньги — это дым. Россия — это Грандайк, и плещет нефть там через край. Это русская рулетка, лови, хватай и не зевай. Там стреляют очень метко в бизнесменов киллера. А кто жив, тот на Титанике танцует до утра. И Мальдивы, и Канары
Все скупили острова, им бы всем сидеть на нарах, лес валить, колоть дрова. А они прут на сафари поохотиться на львов. Новый русский храбрый парень, друг верблюдов, тигров и слонов. Россия — это Клондайк, и плещет нефть там через край. Это русская рулетка, лови, хватай и не зевай. Там стреляют очень метко в бизнесменов киллера. А кто жив, тот на Титанике танцует до утра. Голос их в любом эфире над Европою парит. Русских все боятся в мире: Лондон, Рим, Париж, Мадрид. Европейцы, как моллюски, слышен шепот их и стон. Захватил все новый русский нефтяной король Наполеон. Россия — это Джандайк, все, и плещет нефть там через край. Это русская рулетка, лови, хватай и не зевай. Там стреляют очень метко в бизнесменов киллера. А кто жив, тот на Титанике танцует до утра. А кто жив, тот на Титанике танцует до утра. А кто жив, тот на Титанике танцует до утра. То не век 13-й, и не 45-й год, не рыцари тевтонские, и не Третий рейх. Я с советским паспортом, словарем и картою, в трусах зашиты фантики, Deutsche Marke. Кунцурюга не пенется. Весели ребятки, будет все в порядке. Я родину покинул, я чека, чеканю по Берлину шаг. Битаусвайс, помашу я родине цветною тюбетейкой. Я не немец вроде бы и не сын Юрейки. Пять железных марок, задёнер в переулке, в Крыму жмут татары, а в дождь...